Здравствуйте, здравствуйте. Бобер пожаловать на мой канал. Соляночка. Давайте хавать. Всем приятного аппетита. Здесь помидоры, лук, соль и маслица душистая. Это типа харчо на курице. Это сливки. Сейчас добавим харчо, будет люкс. Ух. Молодой чесночок у меня, лучок зелененький. С черным хлебом таким бородинским. Люкс. Улыбка, ножка. Здесь овощи по-деревенски добавлены. Короче, заправка Маги для харчо. И быстро замороженные вот овощи. Здесь фасоль, картошка, лук, перец. Даже вот капуста. Брокколи. Отварил вот ноги курячьи лыбки. И на этом бульоне все это дальше сварил, получилось туда вот. Блин, горячая, что затекуть. Кайфы. Для тех, у кого нет аппетита, самое оно. Суп эксклюзивный, не как у всех. Харчо со сливками. Это что-то новенькое, наверное, для кого-то. Для меня первый раз. Плюс здесь фасоль стручковая. Даже кукуруза есть. Матушка роща. Очень вкусно. Есть какой-то такой перец в этой заправке. Какой-то прям вообще. Аж захлебываешься. То есть представляете, какая экономия времени. Овощи не надо нарезать. Там делается повидло, что ли, из сливы. В Магии вот эта вот заправочка есть. Конечно, не сравнится с натуральной, прям когда сам делаешь. Но все равно класс.
Ух, оно еще горяченькое, я вообще обожаю, когда горячий суп. В юшечку. Хлебушка помогает, да вы шо? Самый космос. Супер вкусно. Супер полезно. Супер люкс. Здесь добавлен такой красный какой-то бурый рис. Особо так не видать. Лук такой зеленый. Молодой чеснок. Берегитесь, бабы. Альфа-самец идет. Полезно. Хрящики. Ай-яй-яй, просто. Аж вспотел. Мой любимый озерчай. Нифига, цвет какой классный. Хочу выпить за здоровье тех, кто болеет. Вот. Хочу вам от всего сердца, от души пожелать, чтобы даже у кого неизлечимые болезни, чтобы они вас поменьше мучили, чтобы у вас поменьше что-либо болело. И чтобы вы больше улыбались. И был хороший аппетит для вас. О, горячий.
вкусный, с сахаром. Не удержался, сладкий сделал. О, ну как тут не этот, как его, ага. Опять люкс. Дорогие мои хорошие, всем огромное спасибо. Будьте здоровы, хорошего аппетита. Обнял, приподнял. До новых встреч.